Странный молодой человек. И... А, это клизма. Мелкий, мы тебе тоже такую клизму от курения должны поставить. Слушай, у вас странное у вас заведение на самом деле. Ладно, я... Заграничные эксперты по курению. Время обедать. Но есть одно дно. Мы обедаем голые. Бабзин, какие пирожки? Вы посмотрите на его задницу. Там вот пирог... Мы пойдем, мы сами как-то разберем, мелкий пошли, мы сами как-то, мы большой Джо, река, мелкий, на балкон, мы сами с мелким разберемся там, знаете, мы сами бросим курить, Бабзин, ты там остаешься, не большой Джо, не река, мелкий на счет три, мы же не веселились. А давайте мы сами никогда в жизни веселиться. Мелкий! Раз, два, три! Давай. Мелкий, да с бутылки ты слезь. Уберите бутылку! Почему у вас бутылка на стульях сидит? Вот, Бабзин, молодец. Давай. Слушай, ты к мелкому не пристраивайся сзади. У меня-то пушка еще есть. Я сейчас могу как бы предупредительный выстрел в потолок сделать. Или в тебя. Выбирай сам. Это клуб куряк? Ну, в смысле, антикуряк, да? Нас ваш друг Геннадий сюда прислал, да. В общем, у нас проблема, вот проблема с самого юного возраста. У нас мелкий скурился. Мелкий курить начал. Я понимаю то, что все дети начинают курить. Я вот это понимаю. А с этим мужиком все нормально, мне кажется, он даже не дышит. Да? О, башкой пошевелил. Ну ладно, тогда...